Здравствуйте! Заслуженная артистка Татьяна Тарасова покинула мир на 87-м году жизни. Об оборвавшейся жизни актрисы 1 июля сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова. Более 40 лет она посвятила БДТ, сыграв на сцене нашего театра около 30 ролей, говорится в заявлении театра. Режиссер Георгий Товстоногов, возглавлявший театр на протяжении 33 лет, с 1956 по 1989 год. Пригласил Тарасову в труппу в 1966 году, увидев в ней артистку широчайшего диапазона. На сцене она воплотила образы от тонко-лирических до гротескно-комических. Аглая в «Идиоте», справедливый сапожник в «Мольере», миссис Уордль в «Пиквикском клубе». В эти и многие другие образы Татьяна Тарасова привносила частичку своей неординарной индивидуальности, сообщает пресс-служба и добавляет, что коллегам и друзьям Татьяна Тарасова запомнится добрым и отзывчивым человеком. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.